Тамара Козякова, 8 лет, Москва. Я рисую, играю в планшет и еще делаю уроки. Ну, еще где-то играть на улице вместе с друзьями и тут заниматься. Не люблю делать уроки, но математику как-то люблю. Я в 3-м классе. Я пока не знаю, кем я стану. Ну, думаю, что художником, а потом подумала. Ну, художник это сложно, наверное. Я не знаю, но потом попробую. Я мечтаю, чтобы у меня было много друзей, и больше ничего не хочу. Главное, чтобы друзей было много. Я милая, стеснительная немножко и еще смешливая.